хочу сказать. Вечер добрый, друзья. У нас вечер уже ближе к 6 часам. В Курске выпал снег настолько сильно, что машины превратились уже в мини-сугробы. Те, которые выезжали, они, конечно, уже расчищенные. Те, которые стоят, вот вы видите, что было с моей машиной, примерно понимаете теперь. Двигаться по заснеженному Курску одно удовольствие. Главное, чтобы чистили дороги. Вот если дороги чистить не будут, будет прям очень грустно. Ой, посмотрите, какой красивый проспект Надежды Плевицкой. Уже не один дом, а уже их очень-очень много. Видите, сколько собак здесь у нас. Вот пешеходную дорожку сделали для людей. Вообще здорово. Район вырос, конечно, за этот год. А еще у нас здесь поставили светофор. Это прям для меня самое большое новшество. Видите, то есть у нас же здесь проспект открыли. И теперь, видите, вот такие вот светофоры стоят. И я вам хочу сказать, это прям уже похоже на микрогород. Вы посмотрите, с этой стороны дома, с той стороны дома поставили фонари. И как будто микрорайон другой заехал спустя столько времени. Поймала себя на мысли, что я абсолютно не знаю, какие это цифры домов. Я знаю, что у меня 37-й, соседний 35-й, 33-й есть дома. А вот какие дальше построили, я абсолютно не знаю. Вот решила прогуляться, посмотреть. У нас, говорят, Магнит открыли. Вот иду как раз туда. Ой, друзья, и правда открыли Магнит. А еще за ним построили дом и второй дом. Вот это да, вот это я давно здесь не была, действительно. А еще здесь вот установили подземные пешеходные переходы. Вот так вот. Такие новости, друзья. И здесь будет маршрутная остановка. Ну, действительно, проспект с перспективой на будущее. 4 полосы, по 2 в каждом направлении. И вот такой интересный Магнит тут еще открыли за пивасиком. Пиво, аптека, красно-белое. Вот я вот сейчас туда и схожу. Тут все ярко, нарядно. А вот там строится какой-то новый дом. И социалочка, аптека, если кому интересно. Пивной магазин «Чешский лев», кстати, тоже. А еще «Густо кафе» здесь открыли. Представляете, не знала, что у нас здесь есть кафе. Буду иметь в виду, можно здесь будет посидеть, пообщаться. Ну, это для тех, кто любит посиделки, чтоб не дома. Салон красоты открыли, пожалуйста, рабочие места. И красно-белое. Дед Мороз, красный нос, видите, у меня первый признак того, что у нас минус 4, это красный нос и красные щеки. Мне впору в садиках играть новогодних Дедов Морозов. А, кстати, хотела отметить, что в красно-белом порядком дешевле некоторые продукты и сигареты в том числе дешевле, чем в обычных магазинах, супермаркетах. Я не знаю, с чем это связано, но продавщица сказала, у нас дешевле, чем везде. Так что имейте в виду такой лайфхак. На этом обзор микрорайона на Плевицкой закончился. Я особо пока не вижу, что вам нового можно здесь рассказать и показать, но район уже интересный стал. И с каждым годом, я думаю, приезжая сюда, будет все больше и больше интересных моментов. Кто живет в этом районе, пишите. Мои соседи, можно так сказать, пока еще.